самом деле мне не может не быть исключительно слово, потому что я на год больше шел, чем ребята к этому моменту. Я безумно счастлив, потому что то, что я стою здесь вместе с вами. И для меня было настоящим открытием, как Анна Витальевна привела себя как руководитель УКР. Потому что в тот момент, когда все паниковали, когда все носились и быстрее пытались доделать свои работы, Анна Витальевна сохраняла просто максимальное хладнокровие и помогала собрать себя, взять себя в руки. Вот просто стоило поговорить с Анной Витальевной, и сразу же все вставало на свои места, и сразу же мысли, они встраивались в логическую цепочку, и все шло дальше. Поэтому спасибо вам большое, Анна Витальевна, за вашу помощь. И спасибо большое, кто мне помогал в моей выпускной коллекции. Убеждал. Спасибо. Благодарность преподавателям, которые являются для меня ориентиром во всех сферах жизни и деятельности. Они внесли незаменимый вклад в мое образование, в мироощущение, в миросозерцание. В частности, моему научному руководителю Людмиле Викторовне Ивановой, которая не только привела мне любовь к журналистике жанров, но и всегда недавно меня в премию. Также спасибо журналистам, тоже спасибо кафедре. И, знаете, в процессе, наверное, обучения было выделено для себя несколько преподавателей, которые Людмила Викторовна стала моими знаниями, а Елена Дрожжевна стала моим школьницей. Хотела сказать большое спасибо всем преподавателям, всем моим обучениям. Любые вопросы. В большинстве своем выполнение моей бакалаврской работы заслуживает научного руководителя. И, собственно говоря, также огромное спасибо моим сотрудникам, с которыми особенно мы писали выпускную редакционную работу вместе у Анны Витальевны, потому что как бы тоже без их поддержки было бы сложнее. Образование, конечно, для которого они дают. Но из-за процесса обучения, это то, что было очень интересно. И из-за того, что теплота, такая семейная атмосфера, которую создают наши преподаватели, она, конечно, вызывает огромную благодарность. И за вашу поддержку, помощь и просто всегда нашим руководителям. Я не знаю, когда вы сходили, но у нас так много, у нас одна и одногруппа. Правда, эти 4 года были прям самые насыщенные. Спасибо. Продолжение будет у цикла? Продолжение. Да, спасибо большое. У меня научный руководитель, который был 24/7 с нами на связи, и я знала, что могу спросить вообще абсолютно любой вопрос, я наверное ответит. И спасибо нашей кафедре, потому что с такой кафедрой ты не чувствуешь себя, что ты идешь по пути как одинокий человек, ты чувствуешь, что с тобой люди, которые тебе всегда помогут, и за тобой надежный руководитель. С вами был очень приятный разговор. Завтра и вручную. Завтра у вас отличный бизнес. Спокойствие.